Лето – это еще и горячая пора для проведения ремонтов. И сейчас капитальный ремонт ведется во множестве многоквартирных домов в Нижнем Новгороде. И многие из них стоят с открытыми крышами. Для них ливни обернулись потопами в квартирах. Текло вплоть прямо ливнем до первого этажа. По стенам здесь течет вода, вот с перил капает. Ночью было еще у нас больше. У нас делают капитальный ремонт крыши. Крыша вся течет. Начались дожди, у нас все течет, даже в квартирах. У меня протекло вот это все. То есть весь ламинат сдулся. Вот. Капитальный ремонт крыши, как мне сказал подрядчик, была произведена, все они вроде предусмотрели, но почему-то ливневка не сработала. У нас протекает весь подъезд. Это невозможно. Мы пишем, звоним в колл-центр, ничего не происходит. Но почему они не контролируют подрядчика? Что они творят? Первый подъезд заливал, пятый подъезд заливал, они аварийку вызывали. Нас уже дважды проливают. И все намокло, и все, конечно, упало. И вот даже эта самая часть потолка прямо вот так вот плюхнулась, эта вот намокшая плита. И все. Вчера еле успевала ведра выносить. Такой был поток. Здесь все течет. Здесь все в воде. Вся стена в воде. Здесь все затекает, заливает. Телевизор стоял вот здесь на стуле. Его залило все водой. Протекает из-за того, что у нас начался капитальный ремонт крыши с 1 мая. Вот. И по срокам до 1 августа. Да, сняли металл. Решетку поставили, а новый-то металл еще не закрыли. Крыши раскрытые, кровли раскрытые, они делают перекрытие. Когда начали убирать крышу, снимать весь этот металл, который, не раз просили накрывать шатрами для того, чтобы не протекало, потому что уже начало капать по стенам, вот так вот проходить по чуть-чуть. Вот. На что нам говорили, то, что это временные издержки, вам сделают крышу, у вас все будет хорошо, и если что, ремонт мы вам сделаем. Дипломка нет, вот сейчас пленкой сверху еще раз накроем, дополнительно. Вон сейчас пленки привезли, сейчас будем крыть. Вот сейчас. Что еще? Вон наглядно, вон капает даже. А вот весь угол там. Видите, лежат лаги красные и лежит пленка. А это не пленка, она как называется, типа термоизоляции, что ли? Я плохо в этих вещах понимаю. После нее нужно будет класть железо. Железа пока нет. Вот глядите, да вот протекает, вот пожалуйста, видите? Она ведь не, это же не железо, она по-любому она пропитывается, видите? Вы видите капли? Это значит, что она не для дождей. Без железа она, ну не то чтобы бестолково, но от ливней точно.